Уже более 30 лет. С того самого момента, как был описан синдром приобретенного иммунодефицита, не удается поставить под контроль пандемию инфекции вируса иммунодефицита человека, вызывающего развитие этого заболевания. В обществе распространено мнение, что основные поставщики ВИЧ – это люди, практикующие рискованный образ жизни. Мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией, потребители инъекционных наркотиков и лица, ведущие беспорядочную половую жизнь. Однако потребители инъекционных наркотиков и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией среди инфицированных становится все меньше. А вот зараженных при гетеросексуальных контактах все больше. Быстро растет и количество ВИЧ-инфицированных женщин. Как следствие, резкое увеличение числа детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Сегодня мы назначаем лечение всем пациентам сразу с момента инфицирования и с момента постановки на учет, для того, чтобы не было вот этих прогрессирований заболевания. И как следствие, если человек не лечится, не наблюдается, то это естественное течение болезни, переход в синдром приобретенного иммунодефицита человека. Сегодня есть лечение, оно доступно, оно бесплатно, оно очень эффективно, и благодаря этому мы, как бы, людям, живущим с ВИЧ, помогаем, наблюдаем, объясняем. В настоящее время ВИЧ-инфекция является одной из важнейших медико-социальных проблем, поскольку число ВИЧ-инфицированных продолжает неуклонно расти во всем мире, охватывая все больше людей. Наибольшее беспокойство у людей вызывало возможность заразиться при бытовом контакте или через воздух. Однако давно доказано, что основной способ передачи вируса – это попадание крови и других биологических жидкостей на слизистую или поврежденную кожную оболочку человека. Так что же представляет из себя этот ВИЧ? Самое плохое то, что первое время ничего практически не происходит. То есть те симптомы, которые проявляются, когда вирус иммунодефицита распространяется по телу человека, это не специфические симптомы, то есть они могут быть похожи на симптомы обыкновенной простуды. И более того, через какое-то время они ослабевают и вообще уходят. И человек, если не знает, что у него в организме находится вирус ВИЧ, он долгое время этого знать не будет. Инкубационный период, период до проявления уже какой-то специфики, может длиться месяцами и даже годами. Если со взрослыми людьми все более-менее ясно, то вопрос инфицированных детей в стране по-прежнему стоит остро. Ведь дети ни в чем не виноваты. О детях со знаком «плюс» открыто начали говорить уже давно. Однако отечественный сериал «Нулевой пациент», вышедший в конце мая 2022 года, вновь взбудоражил сердца каждого. Главная тема российской драмы – Советский Союз, неизвестность и непринятие западной болезни и дети, которые стали заложниками вспышки ВИЧ-инфекции. Это поломанные судьбы, травля, отсутствие извинений за произошедшее и компенсации причиненного вреда. Больше половины пострадавших так и не успели дожить до создания действенной терапии. А те, кто выжил, до сих пор не готовы показать свое лицо и говорить о болезни открыто. Главный актер сериала Оскар Ильясов, который проживал эту историю вместе со своим героем, врачом детской больницы Кирсаном Аюшевым, рассказал о своем пути в мир ВИЧ. Что касаемо моего мировоззрения, оно до сих пор меняется, потому что даже тот повод, по которому я прилетел сюда, это как бы продолжение истории всей этой. Поэтому оно меняется. Вот за пару дней на слете ВИЧ-положительных детей, который организовывает фонд Светланы Замбаевой, за эти пару дней меняется сильно. Я как будто повзрослел просто эти двое суток. Общаешься с детьми, они рассказывают свои истории, они такие жизнерадостные, и это что-то меняет. То есть я в процессе нахожусь сейчас, я не могу сформулировать, что именно, но трансформация происходит. Безусловно. На сегодняшний день в России существует множество фондов помощи людям с ВИЧ-инфекцией. Один из таких – фонд Светланы Изамбаевой. Он базируется в Татарстане и других регионах России. Светлана вместе со своей семьей помогает женщинам и детям с ВИЧ. Первым, чтобы обрести возможность стать матерью, а вторым, чтобы создать беззаботное детство и подготовить их ко взрослой осознанной жизни. По словам Светланы, она не раз сталкивалась с порицанием общественности, но это ее не останавливало, ведь ключевая миссия основательницы фонда – добиться того, чтобы люди, живущие с ВИЧ в России, имели такое же качество и продолжительность жизни, как и их сограждане без вируса. В целом в Татарстане мало детей, но это не говорит о том, что не нужно заниматься этой работой. Возьмите Пестрицы, возьмите Чистополь, возьмите Бавлы.
Ведь там эти дети, они являются изгоями, когда про них узнают. Да что говорить, даже в больших городах они закрыты. Нам бы хотелось, чтобы, чтобы дети были свободными. Ведь им с рождения говорят, ты про это должен молчать. До недавнего времени о ВИЧ-положительных говорили как о покойных. Либо хорошо, либо ничего. Только с обратной траекторией восприятия. Общество паразитарно гнобит людей с положительным статусом, невзирая на возраст. Особо изощренные даже придумали свое обозначение – «заразы шприца». ВИЧ-активистка и популярный блогер на платформе ТикТок Яна Колпакова открыто вещает о вирусе иммунодефицита человека и помогает тысячам людей по всему миру осознать и принять свой статус. По словам девушки, одним из основополагающих пунктов воспитания подрастающего поколения должно быть грамотное изложение информации о сексе, отношениях между мужчиной и женщиной и личных физиологических желаниях и особенностях. Сложность в том, что у нас убрали секс-просвет. Я за секс-просвет. И нужно донести до людей, что это не про развращение людей, а про безопасность. И то есть я считаю, что лет 7, а еще и раньше, то есть у меня есть сын, и он знает, что у него есть зоны интимные. Он знает, как он физиологически будет развиваться, потому что в ванну он меня к себе уже не пускает. Но он знает, что он может обратиться ко мне, и мы обратимся к врачу, если что-то. Несмотря на все большее расширение эпидемии ВИЧ, заражение можно избежать. Правила профилактики просты, но надежны. Чтобы полностью предохранить себя от заболевания, необходимо регулярно проходить медицинские обследования и профилактические осмотры. Не употреблять наркотики и другие психотропные вещества. При сексуальных контактах пользоваться средствами контрацепции и избегать контакта с любыми инструментами и материалами, на которые могла попасть кровь другого человека. Если говорить о тех людях, которые вот, не ходят к врачам, да, которые не обращаются за медицинской помощью, то через какое-то время у них начинаются разнообразные обычные болезни, которые продолжаются необычно долгое время, или у них возникает воспаление лимфатических узлов там, на шее и далее уже прочих лимфатических узлов. Проявляются различные вот, характерные для синдрома приобретенного иммунодефицита онкологические заболевания. Вот уже по этим признакам, в принципе, врач может определить, что у человека развивается симптоматика СПИДа. Пройти тест на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения по месту жительства. Кроме того, существует возможность анонимного обследования с предварительной и последующей консультацией врача. Такое обследование проводится в кабинетах психосоциального консультирования и анонимного обследования, которые можно найти в учреждениях здравоохранения и центрах профилактики и борьбы со СПИДом. Во всех указанных учреждениях граждане Российской Федерации сдают анализ на ВИЧ абсолютно бесплатно. Карина Саяхова, Александр Фирсов, Фарид Захитоглы, Универньюз.